пришли с вами свои очки. Надо. Сань, надо. Но, ты Сань, даже, Сань, ты представляешь. Сань, ты не имеешь права отказаться. Да. Владимир Иванович. Это очки Владимира Ивановича. Но не позорь. Не... Во-первых, без этих очков я не буду видеть. А во-вторых, не надо это видеть. Очка. Саша не будет видеть еще. Нет. Есть у кого-то черные очки? Нет, хотя бы, это все подумали, Иванович, хотя бы момент, он оденет и обратно вас вам отдаст. Хотя бы. Внимательно, внимание! Прошу запечатлеть. Александр Вишневский и его железный человек. А сейчас, по просьбам наших сегодня присутствующих атлетов, организаторов следующего шоу, Александр Вишневский, просьба, аплодисменты, Александр, музыка 80. Юра, пожалуйста, включай. Александр Вишневский, его железный человек. Сегодня пробьешь, Александр Вишневский. А теперь Александр плавно снимает пиджак. Все женщины на банкете просто снять тебя пиджак. Александр. Александр, раздевайся. Лунная походка Александра Вишневского. Поддержим аплодисментами. Минимум, наверное, года 3-4 назад. Давайте поаплодируем.